проникновение в душу человека, чтобы душа откликнулась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вопрос 706. Второй том. Если муж прелюбодействует, то жена имеет ли право развестись с ним? Или право на это имеет только муж? Ответ Игнатия Лапкина. Матфей, 19 глава, 9 стих. «Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». В вопросе брака права равны. Жена имеет право оставить его, и если были венчаны, то до смерти мужа не имеет права выходить замуж повторно. Правило Василия Великого предусматривает разные сроки наказания за супружескую неверность, отлучение от церкви, но сам же он признавал, что это несправедливо, но по-другому пока нельзя. Одновременно с этим он советует женам не разводиться, даже если муж изменяет им. Я тоже, имея уже 40-летний опыт наблюдения и полностью согласен с Василием Великим. Смирись, быть может, он покается и обратится к Богу. Ему же слава во веки веков. Аминь. То есть это оживление этих вопросов.